Саша, глубинка, друзья. Они все слушают. Бам-бам-бам-бануло. Ты, разве так можно? Ты ж смотри. Взял этой вонючей ногой, блядь. Убил женщину. Вот мы сейчас здесь находимся. Здесь голуби, так называемые. Вот. Они залетают вот отсюда. Вот здесь их среда обитания, они вот туда еще любят залазить. Здесь дело в том, что вентиляционный ствол шахты. То есть вон. Вон они. Вот это засранцы. Вон, смотрите, какие. Курлыкают. Курлыкают. Ну, в общем, вот здесь вот вентиляция, видите? То есть такое корыто сделано, чтобы вода стекала. Это вода, ну, получается, холодная, горячая, а стояки. То есть, если нужно отключить стояк, то они отключаются здесь. Ну, еще внизу, в подвале. А вот это шахта вентиляции. То есть, это в квартиры жилые выходит. Вентиляционные шахты. Вон они. Вон она пошла, вентиляция. Тут трубы все, отопление все. Вот. И вот так вот все это тут выглядит. Курлыкаю. Что ты, блядь, наделал мне, сука, здесь, пидорасы? Ты понимаешь, блядь, что сюда заходить нельзя, сука? Вот это кто будет убирать? Ты, сука, будешь это убирать или нет, блядь? Вон они, вот это засранцы. Вон, смотрите, какие. Вот это так называемые токоизолирующие галоши специально для электриков. Это электробезопасная обувь. Как видите, на ней, значит, молнии. Вот это токоизолирующие галоши. Вещь просто. В них работать гораздо безопаснее. То есть смысл в том, что можно прямо на свою обувь надеть эти галоши. Охренительно. Не с датой проверки. То есть их тестируют, проверяют на изоляцию. Одеваем вот эти галоши. Просто вещь. И все. И после этого мы обслуживаем вот этот электрощит. Не знаю, насчет стримов. Вроде сейчас отошел. Хрен его знает. Короче, посмотрим. А на этом, собственно говоря, всем до свидания. Всем до скорых встреч и удачи. Так, иди нахер. Эй, а чё так, блин, до хрена-то это?